В студенческом лагере «Олимп» спортсмены ЮРГУ готовятся к участию во вторых международных соревнованиях «Moscow Games». Волейбольная команда Южноуральского госуниверситета уже принимала участие в прошлых играх и рассчитывает улучшить свой результат. В Москве международный турнир проводит Собянин. Мы стали третьими из 12 команд. Выступили тоже очень успешно. Поэтому в этом году нас пригласили опять. Вот 29 августа мы выезжаем опять в Москву на этот же второй уже только турнир международный. После московских игр волейболисты примут участие в городских и областных соревнованиях. А потому спортсмены усиленно готовятся к череде турниров. У нас тренировки получаются два раза в день после завтрака и перед ужином. Но мы с девочками еще даже делаем зарядку. И тренировки проходят при любой погоде. Если идет дождь, то мы занимаемся под крышей. Если дождя нету, то это беговые, силовые, игровые. Не только волейболисты, но и баскетболисты будут во второй раз принимать участие в Moscow Games. Капитан команды Анастасия Каратенко поделилась своими впечатлениями от прошлых игр. Это эмоции не передать, потому что это было очень замечательно. Площадка очень была хорошая, и игроки были достойны уважения, они были все очень сильные. Есть чему научиться. В этом году, я думаю, что мы стали сильнее, и мы сможем побороться за первые места. По словам спортсменов, они ждут этой поездки как праздника. Мы желаем им удачи и надеемся, что из лагеря «Олимп» они взойдут на «Олимп спортивный».